Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем коробочку. Очень интересная моделька. Давайте начнем. Берем один лист формата А4. Второй лист у нас получается половинка. С одной, один, второй, половинка. Здесь мы еще раз пополам разрезаем. Вот разрезал пополам. И еще раз пополам по диагонали. Здесь нам необходимо получить треугольнички. И точно так же пополам. Переворачиваем лист на другую сторону. Эту линию закладываем на эту. Складываем пополам. Проглаживаем, раскрываем, то же самое делаем еще раз, проглаживаем, раскрываем эту линию на эту линию. Эту линию на эту. Раскрываем. Делаем то же самое теперь с другой стороны. Раскрываем эту линию, закладываем на эту линию. Раскрываем то же самое еще раз. Проглаживаем, раскрываем, поворачиваем и теперь делаем то же самое после разворота. Те же самые действия. Проглаживаем, раскрываем эту линию на эту. Проглаживаем. Вот такая у нас заготовочка получается. Этот уголок на этот уголок. По диагонали. Раскрываем. Еще раз то же самое. Проглаживаем. Раскрываем. Переворачиваем на другую сторону. И у нас здесь получается центр. Этот уголок к центру. Проглаживаем. Этот уголок к центру. Этот уголок к центру. Раскрываем.
Раскрываем. Переворачиваем на другую сторону. Эту линию закладываем по центру. То же самое по центру. Толкаем вперед. У нас получается квадратик такой. Опускаем. Толкаем вперед. И у нас все линии имеют свое направление правильное, как нам надо. И получился такой квадратик. Этот уголок закладываем сюда. Так, аккуратненько, чтобы бумага у нас не рвалась. В этих местах потихонечку проглаживаем. Этот уголок сюда точно так же. Проглаживаем. Этот уголок сюда. По этой линии отгибаем. У нас здесь получается линия сгиба. Эту линию закладываем на эту линию. Отгибаем в обратную сторону. Проглаживаем. То же самое делаем с другой стороны. Отгибаем. Закладываем на эту линию. Отгибаем обратно. Проглаживаем. И то же самое делаем с остальными сторонами. Отгибаем. Закладываем на линию. Можно чуть-чуть до линии не доходить, чтобы натяжения не было бумаги. Чтобы было посвободнее немножко. Вот такая у нас заготовочка получается. Теперь берем наш треугольничек. Этот уголок закладываем наверх. Точно так же с другой стороны уголок наверх. Проглаживаем. Переворачиваем на другую сторону и теперь этот уголок сюда, на этот уголок закладываем.
проглаживаем. И получился вот такой у нас модуль. Делаем еще с остальными треугольничками то же самое. Вот наши модули, 4 штучки готовы. Теперь мы берем вот этот раздвоенный краешек и вставляем до упора. Вставили. Берем этот краешек. И чтобы он у нас не выпадал, придерживаем. И по вот этой линии загибаем вперед. Проглаживаем. И этот уголочек теперь запускаем вот сюда под низ. И еще разочек проглаживаем. Готово. И теперь он держится у нас хорошо, крепко, не выдернешь. То же самое делаем с остальными. Вставляем. По этой линии загибаем. Последний уголочек вставляем. Вот такая у нас заготовочка получилась. У нас уже все готово. Теперь мы только раскрываем ее. Вот так вот, чтобы бумагу не мять, сильно потихонечку выталкиваем. Выгибаем все линии, которые у нас должны правильно встать, подравниваем здесь, чтобы все красивенько было. Здесь проверяем, чтобы вот эти у нас хорошо были лепесточки, ровненькие были. Вот и получилась такая корзинка у нас, коробочка. Интересная моделька, делается интересно. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока. В следующем видео сделаем треугольную коробочку. Вот это наш замочек. Открываем его. Сюда можно что-то положить. Эту коробочку. И потом закрываем его.
делается легко. И теперь замок опускаем вниз. Все закрыто.